Всем привет! У нас сегодня 26 марта. И вот так вот у нас метет. Вот такой вот снег. К нам пришла зима. Вот. Вот так все метет. Вот. Ну, снег такой мокрый. Да, Бимочка? Снег мокрый такой. Ой, как он хорошо позирует. Ай, молодец. Ай, молодец. Снег мокрый идет. И вот так вот, не знаю, надолго, нет. Ну, в общем, все белым-бело. Вот, я уже сегодня с утра сходила на почту. Мне пришли две посылочки. В общем, я когда зайду домой попозже, я поделюсь с вами своими посылочками. Вот такая вот у нас погода. Да, пиратик? У меня на ужин гречневая каша. Вот здесь в сковороде стоит. Я сегодня пекла пирожки. Эти пирожки у меня с капустой. И немножко пирожков я с картошечкой сделала. Вот такой вот бульончик жирненький. Вот такой желтенький. Вот. Я пустила картошку, сейчас буду лапшичку варить. Вот такой вот вкусненький, жирненький бульончик. Почему-то камера не передает желтизну бульона. Может быть, я не так снимаю. Вот. Вот у меня закипело, сейчас я убавлю. Вот я уже пустила картошечку. Вот так вот у меня варится домашняя наша курочка. Вот. Вот я пустила картошечку, потом пущу вермишельку и будет готов суп. Как я ранее сказала, что я ходила на почту, значит, за посылочками. Вот у меня две тут посылочки, я уже их распаковала. Вот, в общем, потому что не удержалась, быстро прибежала, быстро открыла, посмотрела, что же у меня такое там. Мне пришли три книжки, которые я заказывала. Вот, и пришли, значит, с Алиэкспресс носочки. Ну, я, пожалуй, начну с носочков. Вот такие вот носочки мы заказали. Они, по-моему, по 70 рублей. Вот. Они тянутся. Они на вид маленькие, но они тянутся. В общем, растягиваются. Я потом на ногу одену, покажу. Вот такие вот носочки. Вот такие вот. Мы выбрали по одной паре разные носочки. Вот такие носочки. В общем, вот поближе как показать. Вот такие вот носочки. Разные мы выбрали. Вот. Вот такие вот симпатяшные барашками. Вот здесь гусята. Вот. Гусята. Лисички. Вот эти вот они как-то побольше смотрятся. Но они все равно вытягиваются. Я одену на ногу один носок. Покажу. Самые маленькие вот эти желтенькие. Вот. Ну, вот такие вот красивые носочки нам сегодня пришли. Сейчас я одену на ногу, покажу, как они смотрятся. Вот моя нога. Это 37 размер у меня, если СССРовский. Вот. Ну, в общем, вот так вот они вытянулись. Вот один носочек. Вот он. А вторую я одела. Вот так вот они вытягиваются. Прям на ноге очень хорошо, приятно. Я одела даже вот не на голую ногу, а на колготки. Вот так вот они вот хорошо вытягиваются. Такие, в общем-то, приятные носочки. Вот такие они с изнанки. Вот. Ну, в общем, так. Немножко запах, правда, есть. Но мне кажется, это запах целлофана, потому что они в целлофане были все закрыты. Вот такие вот хорошие носочки. Мне они понравились. Я сейчас рассматривала носочки все хорошенько.
И на одном носке я увидела дырочку. Вот такая вот дырочка. Не знаю, вот, ну посмотрим. Придется, наверное, все-таки зашивать. Вот. Ну а сейчас я хочу показать книжки, которые мне пришли. Первая книга — это книга по вязанию. Новый оригинальный узор для вязания. Вот автор этой книги. Вот, она по формату маленькая. Я когда заказывала ее, не посмотрела формат. Оказывается, она вот пришла малепухенькая вот такая. Вот, по сравнению с этими книжками. Эти книжки такие небольшие, но она вот вообще такая маленькая. Но у нее вот листья такие хорошие. Это даже похоже на лощеные. Да, у нее лощеные листы. Они такие довольно-таки прочные, толстые. Вот, и, в общем, жесткие. И, значит, содержимое этой книги. Здесь, значит, есть вот схемы для жаккардов. Вот, в общем, здесь идет по разделам. Я посмотрела. Вот, в общем, очень много схем для жаккарда. Вот. Потом, значит, вот это все схемы жаккарда. Вот, очень много. Вот. Потом, значит, здесь идут описания узоров. Так, ну описание, вот, вот описывается, вот есть шнур с лицевой гладью, с петлями. Вот. Ну, в общем, описание идет. Вот, в общем, и здесь, значит, идут описания узоров. Вот. И, в общем, персидский узор со свисающимися шнурками. Я что хочу сказать, что вот описание идет, как раньше вот в журналах писали, вот первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый. Вот, в общем, рапорт вот тут вот идет. Вот, ну, в общем, здесь вся книга идет, значит, описание вот таким способом. Вот, в общем, написано вот так вот. Я привыкла вязать по схемам, потому что схемы уже давно идут на рисунке, везде идут схемы. Вот. А в этой книге здесь вот так идет описание. Вот, ну, будем пробовать. В общем, это раньше как вот так описывали. Вот. Раньше в журналах, в книгах вот так вот писали описание узора. Вот. Сейчас же в основном идут схемы на узор. Вот. Ну, посмотрим, насколько... По схемам, конечно, вязать удобнее, чем так. Вот. Ну, в общем, вот такая книга пришла. Вот. Тут что? В конце. Ну, и вот тоже в конце вот описание идет. Вот. В общем, вот такая книжка. Переплет такой хороший. Вот. Вторая моя книга. Это моя коллекция рецептов. Я ее выписала как типа ежедневника. Ну, я ее выписала для рецепта, для записи рецептов. Вот. И вот такая вот книжка. Такие странички у нее. Вот. Я хочу сюда записывать свои рецепты. Вот. И на каждой страничке разные рисуночки вот идут. И здесь вот сверху вот так вот написано. Вот. Я давно хотела такую книжку, потому что нахожу в Ютубе рецепты, записываю на листочек, и они просто-напросто у меня теряются. Я пробовала записывать тетрадку, та же самая история с тетрадкой. Как-то листы там рвутся, в общем, и теряются. И, в общем, я давно хотела такую книжку, вот я ее приобрела. Думала покупать, не покупать, покупать, не покупать. Ну, в общем, все-таки я решилась. Решилась и купила вот ее. Вот.
И третья моя книга – это «Кулинарный ежедневник на 365 дней». Это книга с рецептами. Тут зимние блюда я посмотрела, летние, осенние, весенние. Вот. Здесь, значит, тоже немножко есть страничек. Здесь тоже немножко есть страничек, куда можно вот записывать. Вот. А так здесь, значит, идут рецепты. Вот такие вот рецепты. Я думаю, что вкусно. Я так немножко пролистала, посмотрела, но еще так не читала, не разбирала. Здесь вот и заправки есть, и соусы есть. В общем, омлеты вот есть. Вот. Яичный рулет. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Может быть, что-то даже выберем отсюда и будем готовить. Вот такие вот мне пришли книги сегодня. Вот. Вот так вот я похвалилась своими покупочками. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока-пока.